Всем привет, дорогие друзья из Афьона. Привет всем. Сегодня мы в этом видео покажем вам рынок в турецкой провинции, непосредственно в городе Ихсане. И вы узнаете, отличаются ли цены на рынке в Алании и в турецкой провинции. Поэтому обязательно подписывайтесь и пишите ваши комментарии. Ну а сейчас все вместе идем на рынок. Ношение масок на рынке обязательно. Рынок сюда приезжает каждую среду, и на рынке есть абсолютно все. Продукты питания, саженцы, одежда, какие-то предметы домашнего обихода. В общем, есть абсолютно все. Конечно же, продают масло, сыры, яйца. И, конечно же, есть баклава. Свежая, вкусная баклава. Мороженое. Очень много народу, потому что, как я уже говорила, рынок приезжает раз в неделю. Обязательно привозят суджук. Самый вкусный, самый настоящий турецкий суджук. Здесь мясные ряды. Кстати, в Алании на рынке мясо не продают, а здесь, как вы видите, мясо продают и сюда мясо привозят. Посмотрим, что здесь с ценами. Целая курица стоит 10 лир, кемиксис без костей тоже 10 лир, багет тоже 10 лир. В общем, вот такая вот история. Сыр. Домашний сыр. Здесь начинаются овощные и фруктовые ряды. 5 килограмм лука 10 лир. Баклажаны 5 лир. Перец 5 лир. Огурцы 2,5 лиры. Очень много фруктов. Все точно такие же фрукты, как и в Алании. 8 лир. Бананы, персики 6 лир. Виноград 6-7. Яблоки. Клубника 10 лир. Также есть груши 6 лир и яблоки по 6 лир. Дыни. Вот эти вот дыни, кстати, очень-очень-очень вкусные. Лимоны. Большой выбор всего. Так, Айхан здесь что-то присмотрел. Слива. Слива. Айхан не Алла Джексон, Доматес. Ага, Айхан будет брать сейчас огурцы и помидоры. Местные покупают всегда очень много килограмм баклажан, перца, моркови. Рынок, в принципе, друзья, ничем не отличается от нашего аланийского рынка. Здесь есть также абсолютно все, и арбузы, и бананы, и все сезонные фрукты и овощи, персики, абрикосы. Уже поспел виноград. Вот это я вам хотела показать. Поспел виноград 7,5 лир. Кто какой любит. И вкусные, классные персики 7,5 лир. Решили взять вот эти персики. Я люблю немножко мягкие. Жесткие и супер мягкие не люблю. А вы обязательно напишите в комментариях, какой виноград вы любите, черный или зеленый. Я люблю крупный зеленый виноград. Инжир 10 лир. Очень много здесь перца. Острый перец,
лимон 10 лир, помидоры, всякие разные помидоры, розовые помидоры 5 лир и 3 килограмма помидор 10 лир. Вот это вот называется бамья, и из нее делают очень много вкусных вегетарианских блюд. Напишите в комментариях, кто ел, я не очень люблю, но есть очень много любителей. Вот такой вот огромный перец. Посмотрите, он размером с мою руку. И виноград просто супер сочный, классный. Афьонский картофель знаменитый. Есть много разных видов. И из самого крупного делают так называемую крошку-картошку. Здесь персики и абрикосы. Поспели груши, огурцы 2 лиры, 2,5 лиры и лук 2 лиры. Вот такой вот огромный картофель размером с мою руку. Так, меня решили угостить арбузом. Чок-то шекуляр. Здесь у нас огромное количество дынь, арбузов. Просто шикарно. Так, Айхан взял уже какую-то дыню. 4 килограмма. Каунный кадар? 2,5 лиры килограмм. Огромное количество дынь и арбузов. Дыня килограмм 2,5 лиры. Вот такие вот сочные, классные дыни. Так, Айхана тоже угощают. Айхана угостили дыней. Вкусно? Очень вкусно. Бал gibi бал. Самые дорогие персики на рынке стоят 4000 лир, а самые дорогие огурцы стоят 2000 лир. Да, друзья, не пугайтесь, это до деноминации, когда убрали все нули. В Турции убрали вот эти вот нули, и, конечно же, баклажаны стоят 2 лиры. Здесь также продается разная зелень. 75 курушей, фасоль 4 лиры. И бамья. Большая бамья, посмотрите, крупная. И рынок тянется прям до самого-самого конца. А сейчас мы с вами пойдем на другой рынок, на вещевой. Посмотрим, что же здесь продают. Рынок сюда приезжает раз в неделю, и все местные жители закупаются фруктами, овощами, разными продуктами на неделю. Но сейчас, в четверг, начинается байрам, и приехали торговцы сладостями и, конечно же, вещами. Вот здесь разные товары для дома, всякие разные печки, самовары, в общем, все, что необходимо. Здесь также продают, как я уже сказала, вещи, обувь, ну и различную одежду. Здесь продают оливки. Всякие самые разные. Друзья, напишите в комментариях, какие оливки вы любите. Я люблю вот такие вот средние. Вот этими оливками, которые называются татлы эшек. Очень вкусные, друзья. Просто супер. Шикарные. Поэтому когда вы в Турции, обязательно пробуйте оливки. Посмотрите, розовые. Панджар зейтин.
Я, конечно же, люблю больше не зеленые, не черные, а вот эти вот татлы и шейк, конечно же, очень-очень классные. Айдын'дан вар, Кемлик'тен вар, Анталья'дан вар. Yani zeytin olan bölgeler her taraftan zeytini getireceğiz. Ama kaliteden anlamak lazım. Ben 50 senedir bu mesleği yapıyorum. Kaliteden anlıyorum. Bunların hepsini de kendim yapıyorum. Bu tatlı eşek mesela nereden? Aydın malı. Aydın mı? Antalya'dan hangisi? Antalya'da şu var Antalya. Şu. Aha. O serik malı. Serik malı. Serik. Hı-hı. En güzel zeytin sizce hangisi? Siyah mı, yeşil mi, böyle kahverengi mi? Nasıl istiyorsun? Anlamadım. Sence siz... en güzel zeytin aha. Diyor hangisi diyor. Şimdi en güzel zeytin kişinin damak zevki önemli. Çoğu ekşili sever, çoğu siyah sever, çoğu siyahı sevmez, renkli sever. Damak nasıl hoşuna görüntüye geldi, o şekilde hareket eder. Bazen biz tavsiye ediyoruz. Bizim tavsiye ettiğimizi yanlış anlıyor. Hı-hı. Bu bayağı kötü veriyormuş gibi bir anımsama meydana geliyor. Biz onu yapmıyoruz. Halkın kendi isteğine göre hareket ediyoruz. Hı-hı. Siz zeytinleri hazır mı alıyorsunuz ya da kendi yapıyorsunuz? Ağaçtan alıyorum ben kendim yapıyorum. Kendi. Nerede? Burada mı? Afyon'da? Afyon'da. Hı. Bu kırmızı pancarına yapıyoruz bunu. Renk şey gibi. Oğlum mu yiyorum şimdi ister misin? Tatlı dene. Tadına bakıyorum. Hı, bak. Sana diyor. Tadına bakacağım sana. Evet. Bakmayandan, yemeyenden 50 lira alıyorum ben. Ya. Очень вкусные. Друзья, очень вкусные оливки. Это что-то невероятное. А вот эти оливки почему красные, знаете? Они просто окрашены в свекольном соку. Очень здорово. С перцем всякие разные. Друзья, мы все-таки взяли вот эти вот татлы эшек. Полкилограмма. Всего 10 лир будет стоить полкилограмма. На завтрак просто шикарно. Bu domatın ufak boyu. Bu mandalin zeytini. O memecik zeytini. Hepsi sınıf sınıf. Buyurun lan. Yani girden gözüme var. Hepsi aynı zannetsin ama değil. Hepsinin dişleri ayrı. Diş ayrı. Kimisi mesela iri çekirdek olur. Kimisi ufak çekirdek olur. И здесь начались ряды, где продают абсолютно все, вплоть, видите, до ковров, одеяла, одежда, подушки, покрывала, шторы. Ну и, конечно же, обязательно здесь продают шаровары, друзья. Сейчас я вам покажу настоящие афьонские шаровары. Вот так вот выглядят, друзья, афьонские шаровары. И, кстати, история шаровар в Турции такова, что в Турции шаровары носят только женщины. Но в Алании и в Мерсине шаровары носят мужчины. Вот вы видели черные шаровары, которые носят в Алании. Так вот, это только в районах Алании, Анталии и Мерсина. А так, по всей Турции... Шаровары носят только женщины. Много разной обуви, шлепанцы, носки, корзины для рынка, стеклотара всякая разная. В общем, все по 2 лиры. Штука по 2 лиры, штука по лире, по 5 лир. Носки 3. Три пары, 5 лир. В общем, огромный рынок. Хотите джинсы? Есть джинсы. Брюки, джинсы, футболки. Все, что угодно.
на любой вкус. И очень много вещей, которые продаются, например, по 10 лир. Вот из этой кучи все, что вы возьмете, все, что бы вы не взяли, стоит 10 лир. Смотрите, детские футболочки, например, какая фирма? Эс-Че. Здесь тоже, что бы вы не взяли, детские платьишки. 7,5 лиры, все, что не возьмешь. Здесь 5 лир. Здесь тоже 7,5 лир. Что хочешь, бери. А также продают птенцов. Птенцов, гусята, утята и индейки. Ой. Все сразу испугались. Какие маленькие, красивенькие. Это птенцы, курицы. Уточка, маленькая уточка стоит 10 лир. Ай, кусается. Очень много-много разной одежды. И как вы видите, цены очень даже приемлемые. Вот они, шаровары. Хочу показать вам еще раз шаровары. Вот они, традиционные афьонские женские шаровары. У меня, кстати, тоже такие есть, и они очень-очень-очень супер удобные. И, как я вам говорила, в Турции шаровары носят женщины, только в южных провинциях черные шаровары носят мужчины. И шаровары, друзья, из натуральных тканей стоят 30 лир, шьют их местные портные. А если из синтетических тканей, то всего 15 лир. В общем, как вы видите, на рынке есть абсолютно все. Вот так вот выглядит, друзья, местный рынок в Афьоне. Обязательно пишите ваши комментарии, как вы думаете, отличаются ли цены или нет, как вам ассортимент. Но ассортимент оливок просто потрясающий. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было интересно. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу на Фейсбуке, оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, приезжайте в Турцию при первой возможности. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.